Сорока трехлетний Максим Галкин дал большое интервью о своей личной жизни. Артист впервые признался, в чем супруга лучше него и какие неудобные вопросы задают им наследники. Юморист заявил, что в самом начале отношений с Аллой Борисовной не замечал 27-летней разницы в возрасте между ними. Но об этом переживала сама Примадонна. По словам пародиста, однажды певица задала волнующий ее вопрос напрямую. «Я могу при тебе спокойно стареть?» – поинтересовалась она. Галкин заверил возлюбленную, что его отношение к ней с возрастом никак не изменится, и она может не переживать об этом. Максим признался, что Алла Борисовна боится не застать шестилетних наследников, Лизу и Гарри, в их взрослом возрасте. Она так и говорит: «Хочу успеть их чему-то научить», — поделился телеведущий. Шоумен сообщил, что изначально о рождении наследников мечтал именно он, но жена проявила твердость характера в окончательном принятии решения. Она запустила этот процесс. «Я бы еще долго об этом просто думал. Она тогда мне сказала, что давай родим детей, буду для них просто бабушкой. Но в итоге она стала полноценной мамой. Сейчас она все свободное время проводит вместе с ними», — заявил Галкин в YouTube-шоу «А поговорить». Максим уточнил, что между Лизой и Гарри существует крепкая связь. Он вспомнил случай, когда дочь при катании на квадроцикле травмировала ногу. Гарри потребовал взять его с собой в больницу. Мальчик боялся, что их с сестрой навсегда разъединят. Это был первый случай, когда Лиза должна была куда-то поехать без него. Он побежал в свою комнату и стал собирать вещи в больницу. А когда спустился вниз, Лизу уже увезли. И тогда Гарри заплакал так, как не плакал никогда в жизни. Это мне уже Алла рассказывала. «Если бы я сам эту картину увидел, у меня бы не выдержало сердце. Мне бы стало дурно», — разоткровенничался ведущий Первого канала. Максим и Алла Борисовна признались, что дети иногда задают им неудобные вопросы. «Буквально на днях они у меня такое спросили, даже не хочется повторять. Тяжелый вопрос, думать о таком не хочется. В общем, Лиза спросила, сколько нам всем осталось дней жить. Я ответила, что не нужно считать дни. Надо жить и радоваться моменту», — заявила артистка. Сам Галкин добавил, что за 8 лет брака многому научился у супруги. По его словам, Примадонна отличается волевым характером и терпением. Он также раскрыл секрет счастливого детства наследников. «Я менее сдержан и вспыльчив. Если бы не Алла и ее пример, я бы уже несколько раз на детей прикрикнул. А так, держусь. Вообще на них никто и никогда не повышал голос». Лиза и Гарри растут счастливыми и беззаботными, потому что никто на их глазах не выяснял отношения. «Они видят только добро», — подытожил шоумен. Недавно юморист показал уникальную дверь в своем замке, созданную по оригинальному эскизу. Артист похвастался спортивной формой, позировав без рубашки. Первая няня Лизы и Гарри скончалась от рака в возрасте 54 лет.